Мир вам, дорогие братья и сестры. Peace be with you, brothers and sisters. Сегодня мы счастливые люди, что мы пришли в Дом Божий. Today we are happy people that we have come to the house of God. И вы знаете, самое лучшее благословение, которое мы можем переживать, and you know the best blessing that we can experience, это слушать Слово Божие. That we can listen to the word of God. И сегодня Господь будет много говорить к нам. And today God will talk to us a lot. И я рад за вас. And I'm happy for you. И я рад за себя. And I'm happy for myself. Вы в правильном месте. You are in the right place. Я верю, что Дух Святой будет касаться ваших сердец. I believe that the Holy Spirit will be touching your hearts. Это самое большое счастье. This is the best happiness. Которое может иметь человек. That the person can have. Быть в Доме Божьем. To be in the house of the Lord. Читаю один стих. I will read one verse. Очень люблю этот стих. I love this verse a lot. Первое послание Иоанна. First John. Третья глава. Three. Первый стих. Verse one. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. See how great a love the Father has bestowed on us. Чтобы нам называться. That we would be called. И быть. Children of God, and such we are. Детьми Божьими. Children of God, and such we are. Братья и сестры. Brothers and sisters. Мы на земле не до конца понимаем этого положения. We are on earth still don't understand it fully. Но если бы Господь открыл нам хоть на мгновение. But if God has opened this to us even for just one second or one moment. Полноту Божьего благословения в этом звании. Fullness of God's blessing in this name. Мы бы не прекращали улыбаться и радоваться. We wouldn't be stop smiling and rejoicing. Ты и я дитя Божие. You and myself, we are children of God. Мы не во тьме. We are not in darkness. Мы уже сегодня в царстве Его. We are today already in His kingdom. Возлюбленного нашего Господа Иисуса Христа. Beloved our God, Jesus Christ. Давайте мы встанем. Let's raise. И прославим Его. And praise our God. Он достоин. He is worthy. Господи. Я благодарен Тебе за день воскресный. Я благодарен Тебе, что мы имеем эту чудесную возможность войти в дом молитвы, где ухо Твое преклонено, чтобы слышать народ Твой. Ты назвал нас своими, Господи. Ты заплатил за нас дорогую цену. Ты сделал, Господь, великое чудо. Некогда мы были во тьме, а сегодня мы омытые, оправданные. Мы Твои, Господь. Ты приобрел нас дорогой ценой, и нам приятно, нам радостно поклоняться Тебе. Ты великий Бог, Ты достоин великой любви, и мы любим Тебя и благодарны Тебе. Поклоняемся Тебе, Господь. Прими нашу славу, прими нашу хвалу, прими нашу честь. Она Тебе принадлежит, великий, святой Господь и Бог наш. Аминь. Чуден, кто как наш Господь, так великий и славен, кто как наш Господь, Он достоин славы во веки веков. Кто как наш Господь, святый чуден. Lord, there is no one who is like the Lord.
Всю славу. It doesn't matter, какую песню поют, it doesn't matter, какие там слова, или вам нравится, или не нравится, вы должны Ему отдавать всю славу, всю хвалу, потому что Он достоин этого. Он достоин этого, я вас приглашаю все. Молитесь, или пойте, или стойте в Его присутствии, и тогда Бог может приходить и изменять наши сердца, наши ситуации в нашей жизни. Аллилуйя. Oh,
Thank you.
Дорогой Иисус, мы сегодня еще раз провозглашаем, что мы принадлежим Тебе. Что Ты наш Бог и наш Царь. Господствуй в нашей жизни, Иисус. Духом Твоим святым. Помоги нам сегодня достойно прославить Тебя. Ты есть наш Бог и наш Царь. Мы принадлежим только Тебе. О, Иисус, слава Тебе! Ты есть причина, почему мы живы, почему мы существуем, потому что мы имеем здоровье. Все, Ты есть причина. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Ты наш Бог и наш Царь. И сегодня на этом месте мы воздаем Тебе славу. Тебе славу. We will worship You, God. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. О, слава только Тебе. Мы поклоняемся Тебе, мы принадлежим Тебе. Скажи сегодня, say it one more time. We will worship You, God. We will worship You, God. Шатарабакето. Наша жизнь в Твоих руках. Our life is in Your hands. Мы посвящаем свою жизнь еще раз Тебе. We devote our lives to You once again. Мы еще раз говорим, что наша жизнь принадлежит Тебе. Once again, we say that our life belongs Сегодня to You. Сегодня мы заявляем, что мы посвящаем свою жизнь еще раз Тебе. And we proclaim today that we devote our life to Весь You. Весь духовный мир слышит это. The spiritual world can hear мы this. Мы принадлежим Иисусу. We belong to Jesus. О, Господь. Oh, Lord. Мы сейчас будем молиться за людей, которые записаны на этой стене. We will pray for the people whose names are written on that wall. Хочу сказать вам то, And I want to say to you the following. Что есть потрясающая сила, когда церковь молится. There's tremendous power when church is praying. Было время, за меня молилась церковь. There was a time when church was praying for me. И Бог спас меня. And God saved me. И я верю, что мы сегодня можем также. And I believe that today we can as well. Помолиться, что спасение Божье будет послано на этих людей. Pray for the salvation of the Lord to be sent upon those people. Отец, именем Иисуса Христа. Father, in the name of Jesus Christ.
Christ. Мы благословляем. We bless. Мы благословляем. We bless. Мы связываем всякий замысел дьявола. And we want to tie down any силу греха и силу и влияние этого мира. The power of the sin and the influence of this world. Спасение твое послано. May your salvation be sent. Цепи они рвутся. The chains are broken. Зависимость падает. Addiction is Спасение gone. Послано от Бога. Salvation is sent from the Lord. Слава, слава, слава. Glory, glory, glory. Господь, мы ходатайствуем. Lord, we intercede. Мы ходатайствуем. We intercede. Мы ходатайствуем. We intercede. За каждого человека. For every person. Именем Иисуса. In the name of Jesus. И исповедуем, что они принадлежат тебе. And we proclaim that they belong to you. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Также, Господь, мы просим, Отец, благослови и подними 20 евангелистов. And also, Father, we ask you to bless and raise 20 в этой церкви, evangelists. Отец, in this church, Father. Мы верим, что в этом году we believe that in this year мы будем видеть большие ответы we will see great answers на молитвы церкви to the prayers of the church. Во имя Иисуса Христа, Господь, in the name of Jesus Christ, Lord, мужчины, женщины, men and women, просто благослови и подними you bless them and raise для проповеди Евангелия, Господь, to be able to speak the gospel of the Lord. In the name of Jesus, мы благословляем, we bless и верим, and believe что ты это сделаешь. That you will do this. Господь, мы просим за воскресную школу, and we ask for the Sunday school, за наших деток, for our children. Дух Святой, Holy Spirit, твою печать поставьте в их сердце. Place your seal upon their hearts. Просто привлеки их с малого возраста. That you would accept them from their young чтоб age. Чтобы никогда мир не смог увлечь. So that the world can never draw them away. Дух Святой, просто возьми их в удел. Just take them into your promise, Holy Spirit. Все воскресные классы учителей. All the classes and the teachers. Чтобы им так стало интересно. So they would be so interesting for чтобы them. Чтобы они так полюбили тебя, Иисус. So they would love you so much. Господи, чтобы деяние Lord, so that the acts оно продолжалось через наших детей. Your acts would continue through our children. Господь, мы благословляем Твое имя. We bless Your name. Отец, Сын и Дух Святой. Father, Son, and the Holy Spirit. Аминь. Amen. Дорогие детки, мы благословляем вас. Dear children, классы. We bless you and Господь your classes. Да будет с вами. May the Lord be with you. Приветствуем еще раз всех вас в зале собрания. I greet all of you here in this sanctuary. И сегодня я здесь, чтобы представить нас. Сегодня в гостях есть Today I'm here to introduce our guest. Божий слуга, который приехал к нам со свидетельством и словом. With a word. Бог использует их в служении, особенном служении. And God uses him in Поэтому я хотел бы пригласить Александра Боечко. Он в своей проповеди скажет больше о том служении, которое они выполняют. And in his sermon he will reveal more about the ministry that he's doing. Доброе утро, братья и сестры. Good morning, brothers and sisters. Не теряю времени. I will not lose any time. Я прочитаю только маленький отрывок Слова Божьего. I will read only a short passage in the Word of God. Старый Завет, но он для меня как Новый Завет. In the Old Testament, but for me it is also as a New Testament. Потому что через это слово я просто вижу, как Бог открывает для нас то, что открывал для служителей того Завета. Because through this word I see God revealing to us the same thing He was revealing to the ministers of that time. Первая книга Библии и, конечно, повествование об Аврааме. The very first book of the Bible, Genesis, and we will be talking about Abraham. 15 глава я читаю с 10 стиха. From chapter 15, verse 10. Даже чуть раньше. Even before that, a little bit earlier than that. Да, с 5. With verse 5. И вывел его вон и сказал: Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему: Столько будет у тебя потомков. And he took him outside and said, Now look toward heavens and count the stars, if you are able to count them. And he said to him, So shall your descendants be. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. And then he believed in the Lord, and he reckoned it to be as righteousness, it to him as righteousness. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение».
And he said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of Chaldeans and to give you the land to possess it. Он сказал, Владыка Господи, а почему мне узнать, что я буду ею владеть? And he said, O Lord God, how may I know that I will possess it? Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. So he said to him, bring me a three-year-old heifer and a three-year-old female goat and a three-year-old ram and a turtle dove and a young pigeon. And he brought all these to him and cut them in two and laid them each half opposite the other, but he did not cut the birds. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам их отгонял. And the birds of prey came down upon carcasses and Abraham drove them away. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham, and behold, terror and great darkness fell upon him. Я немножко пропускаю, 17 стих. And I will skip to verse 17. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. And it came about when the sun has set that it was very dark, and behold, there appeared a smoking oven and a flaming torch which passed between these pieces. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал, потомству твоему дам я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. And on that day the Lord made covenant with Abram, saying, to your descendants I have given this land from the river of Egypt as far as the great river, the river of Euphrates. Заметьте, вера Авраама вменилась ему в праведность, когда он просто поверил Божьему Слову. Notice that the faith of Abram, it was reckoned to him as righteousness simply when he believed the word of God. Было ли это просто? Was that simple? Конечно, нет. Of course not. У тебя будет столько потомков, как звезд. You have so many descendants as there are stars. А ты не имеешь сына? Yet you don't have a son. Поверить этому, to believe this, он поверил сверх надежды. He had to believe something that was supernatural. Ему это заменилось праведность. And yet that became his righteousness. Но оказалось впереди еще большое ожидание, впереди большое испытание. To him that in front of him he still had some expecting to do. He still had something to go through. И смотрите, как брат мне говорил в первом служении. Он говорит, он практический человек, да, Авраам? And Abram, he was just a practical man, wasn't he? А почему я узнаю, что я буду владеть, Господи? Agreement напиши мне, да, he said, бумагу. How will I know that I will possess it, Lord? Write me an agreement. И ему говорит Господь, окей, я тебе дам agreement. Если ты пройдешь, я с тобой заключу его. And the Lord said, okay, I will give you that agreement. If you come, we will sign it. И вот он делает эти приготовления, жертвы различных тварей. And so he makes these preparations, the sacrifices of the different animals. И смотрите, и не так просто было защитить сначала от хижих птиц. And it wasn't that easy. He had to protect it from the birds of prey that came. Эти шесть частей, одна часть, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Большая территория вокруг тебя. The six different parts of animals that he had, they covered a big territory. И я представляю, что хижие птицы, они не нападали на одну часть, они с разных сторон. Он бегал, отгонял. Как защитить, чтобы жертва была совершенная? And I imagine those birds of prey, they didn't just do it one part at a time. They would come from each and every side, and he had to protect so that the sacrifice would be done. Птицы не поклевали, да? So that those birds of prey would not eat up. И кроме хищных птиц, and other than besides нападает сон на тебя. Birds, he had that sleep that fell upon him. Тьма большая. The darkness. И ужас. And the terror. И нету никого рядом. And there was no one around him. Нету Сары. Sarah's not there. Нету никого. No one else was there. И только Господь, который невидим в это время. Just the Lord who was unseen at that time. И ты должен это пройти. And you have to go through that. И ты до сих пор, когда это закончится? And you're thinking, when will this be over? Мы не знаем, наверное, была самая длинная ночь в жизни Авраама.
That might have been the longest night in Abram's life. Но когда прошел дым через эти животные, but when that smoke passed through those animals, он понял, что Господь принял его жертву. He understood that the Lord accepted his sacrifice. И только тогда, and only then, Бог с ним заключил завет. God has made a covenant with him. Друзья мои, хотим мы это или нет? My friends, do we want this? Наша вера, которая нам вменилась в праведность в начале пути, the faith that became our righteousness at the beginning of our path, она всегда будет подвергнуться испытаниям. That faith will always be tested. И в этом испытании может быть не быть рядом брата или жены или сестры, and только in, ты один. And at any certain time there may not be a brother or a sister or a husband or a wife beside you. И если я это испытание пройду, but if we go through that trial, Бог заключит со мной завет. God will make a covenant with me. А если я не пройду, but what if I don't go through it? Я не хочу falls. Я не хочу упасть. Я не хочу разочароваться. I do not want to fall. I do not want to be disappointed. И вот для меня и для тебя теперь вопрос. And so for you and for me, there's a question. Боже, ты уже начал испытывать мою веру или нет? Have you started testing my faith or not? И испытание может занять годы. And maybe that trial can take years. И как вы знаете из Писания, and as you know from the scripture, это было только первое испытание, через которое нужно проходить Аврааму. That was only the first trial that Abraham had to go through. А потом нужно еще сына твоего, которого Бог дал тебе, принести на жертву. Then he had to sacrifice the son that God gave him. О, какое это было испытание! Oh, that was a trial. Вы знаете отцы, которые долго ждали детей, и как первенца принести на жертву? And maybe fathers who have waited for a long time for a child. No, how do you bring your firstborn and sacrifice him? И много этих испытаний было у этого человека. And he faced many of these trials. Больше 20 лет он ждал сына своего. For more than 20 years he awaited the son. Но увидите, мужи Божьи все проходили через такие испытания. But you see, the men of God, they all passed through these trials. Апостол Павел 17 лет был испытан, пока он был допущен к служению. And Apostle Paul was tested for 17 years before he was allowed. Моисей был испытан 40 лет, пока Бог ему доверил его народ. And Moses, he was tested for 40 years before God entrusted him with his people. Думаешь, что с тобой будет короче? Why do you think it will be shorter for you? И я также думаю об этом. And why do I think so? И когда вы молитесь за этих людей, and when you pray for those people, дорогой друг, я хочу тебе сказать ободрение. My dear friend, I want to encourage you. Чем ты больше молишься, the more you pray, может это дети, может это родители, maybe, может это твои родственники. Maybe these are your relatives or your children or your parents. Чем дольше ты молишься, but the longer you pray, тем большую ценность ты имеешь в глазах Господа. The more value it has in the eyes of the Lord. И главное среди этой ночи. And even if you're in the middle of that night, не упустить, не остановиться. Do not stop, не do сдаться. Not let it go by. Продолжать идти, but continue продолжать to go молиться forward, continue to pray, до победного конца, until you have victory, пока Господь тебе не даст то, что ты ожидаешь. Until the Lord gives you what you're expecting from him. В нашей жизни проходили подобные вещи. And in our lives we face similar things. В далеком, уже теперь 90-м году, and maybe the, now it seems like it was far away, but in the 90s, in the year 1990, покойный Уилкерсон имел пророчество к моему отцу. Wilkerson, who has now passed away, he had a prophecy for my father. Он говорил, ты будешь заботиться об обездоленных детях. He said that you will take care of the children who seem to have no future. И мне Бог открыл тебе помочь в этом. And the Lord has opened to me to help you in this. И когда в 2000 году нам удалось выкупить с помощью Дэвида Уилкерсона бывшую воинскую часть. And we were able to bought out an old military base with the help of David Wilkerson. Которая раньше принадлежала КГБ СССР. That it belonged earlier to the KGB, to the Soviet Union. И узник КГБ, который сидел. And one of the prisoners of KGB. Он стал владельцем теперь объекта КГБ. He then became the owner of one of the bases of KGB. И долгих 14 лет мы делали ремонт и не знали. Зачем это делаем? And for about 14 years we were renovating and we didn't know why we were doing it. И часто люди спрашивали, покажите нам людей, вы одни стены показываете, одни стены. Это большой объект, 20 примерно домов там есть. And very often people would ask, well, show us the people. You keep on showing us walls and buildings. There were about 20 buildings in that area. И прошло долгие 24 года. And long 24 years have passed. В 14 году, когда начались эти столкновения в Украине. But in 2014, when Ukraine was facing these military
wars or oppressions. И приехали сотни людей и начали жить в этом в этом в этой миссии. Hundreds of people came and lived in that base. В далеком 93-м году. And then back in 1993. Наша церковь, которая не имела никогда своего служения места, где собираться. Our church, who never had a place to gather before. Получила часть бывшего римо-католического комплекса. Received also a part of a Catholic complex. И три месяца назад. And about 3 months ago. Через 24 года снова. Again, 24 years have passed. Нам отдали 20 комнат, которые принадлежали к церкви. We were given 20 rooms that belonged to the church. И когда мы заключали соглашение. And when we were making an agreement. С епископом православной церкви. With that Protestant church. Я уже рассказывал православной церкви, Orthodox church. Orthodox Church. Я его взял за руку. And I took him by the hand. И говорю, спасибо, брат, что мы прошли эти годы без кровопролития, без друг друга унижения. And I said, thank you, brother, that we went through these years without bloodshed and without belittling or humiliating one another. Хотел я его еще обнять, но, конечно, он не дался. I wanted to hug him, but he resisted. Православный епископ. He's an Orthodox priest. Все ему говорят, владыка, владыка. Everybody speaks to him, Lord. А если его руку берут, то только чтобы поцеловать. But if someone takes his hand, it's only to kiss it. А тут какой-то смерть взял его руку, трясет ее и еще хочет обнять его. But here some guy just took his hand and shaking it and start trying to hug him. Я думаю, он, наверное, внутренне сказал, изыди, изыди, чтобы я отцепился от него. And then he just wanted to shake me off. И вот такая сейчас ситуация. And that is the situation we were facing. Если нам, пятидесятникам, тяжело жить друг с другом, как пятидесятники, and if we Pentecostals find it hard to live with one another as Pentecostals, тяжело жить с баптистами, and maybe it's hard to live with the Baptists, тяжело жить с харизматами, maybe it's hard to live with the Charismatics, а Бог дал нам соседей православных, but God gave us those Orthodox neighbors, и не киевских православных, and not just the ones from Kiev, but from Moscow. А теперь вы их полюбите. And now you love them. И покажите, что вы братья во Христе. And now show them that you are brothers in Christ. Братья и сестры, помогите нам в молитве полюбить московских православных. Brothers and sisters, help us in prayer to love our Moscow neighbors. И к этому призывает наш Бог. And that is what the Lord calls us. Кто был в утреннем служении? So that in the morning service. И Александр говорит слово. When Alex was saying the word. Он как будто выхватил из моего сердца это слово. It's as if he took that word from my heart. Он говорил о единстве. He spoke about unity. Я думаю, Господи, какое единство? And I thought, Lord, what kind of unity? Пятидесятники готовы один друга скушать. Pentecostals are ready to just devour one another. Без соли. Without salt. А ты говоришь о единстве. But you're speaking about unity. Но Иисус не был теоретик, он был практик. But Jesus, he was doing this in practice, not in theory. Я не знаю почему. And I don't know why. Пришло это столкновение в Украину. But that happened in Ukraine. Наверное, чтобы люди научили любить друг друга, терпеть друг друга, принимать друг друга и вместе работать. But people need to learn to love one another, to be patient with one another, to work together. Для славы Божьей. For the glory of God. Я говорил, нашу работу, которую мы имеем сейчас с детьми из линии фронта, я начал через католика. And so that work that we're doing now, we started that through the Catholics. Который рядом со мной в одной деревне живет. Наши дети вместе в школу ходили. Who lived with me in the same village, our children would go to school together. И когда его убили в центре Киева. And when he was killed in the center of Kiev. Я покажу потом его первую фотографию на том слайде, что я покажу. I will show you a slide, I will show you a picture of him. И у меня всегда вопрос, почему Андрей должен был отдать жизнь? За чего? I always ask the question, why did he have to give his life? For и what для reason? Меня теперь, я сплю или стою как призыв, а ты, and ты he знаешь is Бога. Now a calling for me. Whether I'm sleeping or standing up, I see him in front of me. А что ты сделал? What have you done for God? А что я сделал? What have I done for God? Я благодарю Господа, and I'm grateful to him. Что я хочу пройти мое испытание. That I want to go through my trial. Я не могу пройти испытание моего отца. I cannot go through the trial of my father. Я не могу пройти испытание моего брата. I cannot go through the trial of my brother. У меня мое личное испытание. I have my own trial facing me. У тебя твое личное испытание. And you have your own trial. И Слово Божье нам говорит об этом. And the word of God speaks of this. Не почивай на лаврах, that you would not just что rest. Ты уже в небесах. Or you would not just dream that you're already in heaven. Если ты, брат мой и сестра, if you, my brother or sister,
Не имеешь хотя бы одного человека, don't have at least one person, который пришел через твое свидетельство. That came to God through your testimony. Я скажу тебе с полной ответственностью. And I will tell you with full responsibility. Твое спасение под вопросом. That your salvation is Потому under что question. Когда мы читаем первосвященническую молитву Иисуса, Because when we read the prayer of Jesus, тогда одно из его этих слов было, that one of his words was, что я молю о тех, которые поверят по ихним словам. That I pray for those who will believe according to their word. Не всегда мы должны говорить слова, да? We do not always have to say words. Помните, как мать Тереза говорила? Do you remember what Mother Teresa said? Она говорила, я всю жизнь проповедовала Слово Божье. She said, my whole life I've preached the word of God. И иногда употребляла слова. Said, and only sometimes I used words. Сейчас время действия церкви. But right now is the time for the action of the church. И в той стране, где я родился. And in the country where I was born. После 11 лет, проведенных здесь. After 11 years being spent here, покоя, жизнь здесь. God did not allow me to have peace говорит, in my а life. Как ты посмотришь мне в глаза и этим людям, которые сейчас в беде? He said, how will you look into my eyes and in the eyes of the people that are now in need? И вы знаете, я полюбил эти поездки, хотя они небезопасные. And you know, I've learned to love these trips, even though they were dangerous. За последние два года я 7 раз был на линии фронта. In the last 2 years, I was 7 times at the front lines. И каждый раз ты не знаешь, уедешь ли ты оттуда неповрежденный. And every time you do not know whether or not you'll be able to leave undamaged. Когда ты едешь между Красногоровкой и Маринкой на линии прямого снайперского выстрела. And when you're driving there and you know you're in the line of snipers. И ты не знаешь, ты будешь живой ли. And you don't know whether you'll survive. Но когда ты знаешь, что там живут 500 детей, которые каждый день находятся под обстрелами. Yet when you know there's 500 children living there that sometimes are in the zone of shooting. А я думаю, Господи, а я всю жизнь читаю Библию. And you think, Lord, but I read the Bible а my whole life. Песни. We sing songs. Бог моя защита. God is my protection. Бог моя охрана. God, he saves me. Но когда нужно идти, but when we need to go, я снова же в Библии нахожу кучу мест, да? Once again, I find a lot of places in the Bible. Которые не оправдывают, что не надо идти, да? That justify not going. Когда оказывается глупый идет вперед и натыкается, да? It says that maybe the foolish person goes in front and stumbles. О, Господи, не, я не пойду. Said, oh Lord, well, this tells me молиться. Not to go. I will just pray for them. Рублей дам. Maybe I'll give him some money. Но я туда не пойду. But I don't have to go anywhere. Но до тех пор, это так можно, вы знаете, словоблудством заниматься. And so you can do this, you can fool yourself. В наших псевдодуховных собраниях. And maybe in our own spiritual services. Но когда тебя выводят на контакты с православными, с католиками. But when you are in direct contact with the Orthodox or the Catholics. Они прямо говорят, мой муж там погиб. They speak fully saying, my мой husband сын там died погиб. There. Or my son died there. Или у моего сына теперь пол головы нету. Or maybe my son is now missing part of his body or half his head. А что ты сделал? What have you done? И ты не имеешь слова. And you don't have an answer Куда to them. Куда я спрячусь? Where shall I hide? От этого человеческого возмущения. From these persons' response, complaints. А я не хочу прятаться. And I don't want to hide. Я хочу испытать. I want to be tested. Что Слово Божье имеет силу. Because the word of God has power. И когда мы едем туда, and when we go there, на последнем блокпосту, maybe on the last part of that, ребята говорят, не едьте, начался обстрел. On the very last part before entering that zone, we would be told that don't go there because they're shooting there. Но у меня там брат, служитель церкви, Иван Иванович Прятко. But yet I have my brother there. He's serving the church. Я говорю, Иван Иванович, как там, как and I там? And I call him and I say, well, how's it going? Он говорит, езжай, стреляют, he said, come here. They're shooting, but come here. Окей, думаю, если Иван Иванович там, я еду and туда. And I thought, if my brother's there, I shall go there. А он уже там безвылазно 4 года. But he's already there for 4 years. Я ему иногда говорю, Иван, приедем в Америку. And I tell him sometimes, Ivan, my friend, come to America. Он говорит, как я людям посмотрю в глаза? He said, well, how will I look in people's eyes? И когда ты приезжаешь туда, and when you go there, если Бог сохранил, if God has kept you и ты идешь от дома к дому, and you go from house to house, ты зашел в один дом, вы увидите тоже, you will enter a house and you will see this. Молодая бабушка, maybe there's a young grandmother. У нее погибли двое дочек. Both of her daughters have died. На руках осталось 4 внучки. And she has 4 granddaughters. От взрыва вылетели все 5 окон в доме. And maybe from a blast, all 5 windows in the house were shattered. И они живут в этом доме как в яме, как в погребе, как в подвале. And they live in that house as if in a basement. They just live there in the basement. И так, как ты скажешь ей, иди,
Питайся и грейся, читай Слово Божье, правда? How will you tell her, go forth and just read the word of God? И когда ты приезжаешь в больницу, and when you go to the hospital, 3 дня перед нашим приездом, 4-й этаж снесен обстрелами. About 4 days before we arrived there, the 4th floor was just destroyed by shooting. Или когда ты едешь по дороге, or when you're driving down the road, а с этой дороги торчит конец артиллерийского снаряда града, который много смерти принес тот город. You see that road, you see a part of the bomb that's still on, left on the road. И ты говоришь с людьми, ты идешь от дома к дому. And you go from house to house and you speak to people. И тут начинается танковый обстрел. And then you hear the shooting start. 12 выстрелов подряд, и ты не знаешь, куда это летит и откуда-то, или не упадет он вот рядом возле and тебя. And you hear the tanks shooting as well, you don't know where those are going. И посреди всего этого живут люди. And people are living in that situation. И они ожидают, что представители живой церкви придут к ним. And they're expecting those that represent the living church to come to them. Братья и сестры, brothers and sisters, и поэтому так нуждаемся в ваших молитвах. For that reason, we need your prayers. На разных местах нашей планеты in all the different places of the planet, есть много бедствий. There are many different hardships. И во многие опасные зоны many dangerous areas, Бог посылает своих детей, where God leads his children, чтобы увидеть, тот ли Авраам, to see that that image of Abraham. Что к его имени добавить еще букву, чтобы он стал Авраамом. So that to his name, to Abraham, would be added отвечаю letters. Отвечаю я своему призванию. For him to become Abraham, so he could answer his call. И слава Господу, мы уже можем видеть небольшие плоды. And glory to God, we already see some results. Знаете, я люблю ездить туда на своей старой машине, 20-летней Volvo. And I like to drive there on my old car. It's 20 years old. Я привез отсюда, еду туда с американскими номерами. And I brought it from here and I'm driving down there with American plates. А я говорю, они спрашивают, ты действительно отсюда? And they're asking me, are you really from America? Даже один такой парень сказал, что будешь говорить? Я же знаю, там же океан между нами. Even one young man was saying to me, well, Otto, what will you be saying? I know there's an ocean between us. Но я им каждый раз говорю. But every time I say to ребята, them, I say, guys, каждая наша поездка из-за того, что простые люди, живущие в Америке, пожертвовали средства. Is because just simple people who live in the United States that were able to donate the means. И бывает, что мы проезжаем 20 или 30 блокпостов, эти места, где стоят вооруженные люди, всех обыскивают. And it seems that maybe sometimes when we go through these posts where they would stop and they would search people, 20 to 30 of them in a row. Мы всегда имеем 200-300 пакетов, мы каждый раз мы туда ложим Евангелие, мы ложим туда какие-то сладости, и они от блокпоста до блокпоста передают, и нас никто не останавливает. We would always have 200 to 300 bags with us in which we place the gospel or we would place some sweets and things like that, and they would pass it along from post to post so they would not stop us. И мы благодарим Господа, and we're grateful to God, что Бог дал нам служить возможность. That he has given us an opportunity to serve to those children, and they're the most damaging point there. И мы их привозим к нам во Львов, и они у нас живут 2 недели, 3 недели, месяц, полтора. And we can sometimes bring them to our city, and they would live with us for a couple of months. Не всегда это просто. It's not always simple. Я сейчас здесь, в моем доме живут семья из Донецка. Right now that I'm here, but in my house back there, we have a family living from Donetsk. Только что было у нас 60 детей, сегодня они должны уезжать обратно в Донецк, в Донецкую зону. We just had 60 children or so living there that are about to depart back to the zone, to the Donetsk zone. И в новогоднюю ночь случилась ситуация. And a situation happened. 11 детей вышли из нашего дома милосердия, вызвали полицию. 11 children, they came out of the house and the police was called. Ихние волонтеры сказали, мы не будем с сектантами проводить встречу Нового года. For the volunteers said that we will not be entering the new year with these sectists. У них нету распятия, у них нету елки, мы отсюда уходим. They don't have a Christmas tree or anything like that. We will leave from here. Но несмотря на все эти препятствия, but without looking at all of these мы trials, знаем, что Бог хочет, чтобы эти дети познали Господа. We know that God wants these children to know the Lord. Многие из них вернутся обратно домой. Yes, many of them will return home. Когда мы первый раз привезли большую группу, они дали нам концерт. When for the first time we brought a big group, и они рассказывали, как они любят эту убитую землю.
They gave us a concert and they were telling us how they love this land that is almost dead. Мы молимся о том, чтобы эти дети познали Господа, выучились, получили профессию и вернулись домой. But we praise that these children that they would learn to love the Lord, that they would study, that they would get a profession and a career and then return. Я уверен в одном. To God. And I am sure of one thing. За ведение войны будут отвечать политики. That the politicians they will answer for the war. Но за последствия войны будет отвечать церковь. But the church will answer for the consequences of the war. Если церковь горячая, if the church is ignited, то церковь отвечает на проблемы мира. Then the church will answer to the troubles of the world. На проблемы общества. To the troubles of the society. Если церковь слабая, yet if the church is weak, то она безразлична, then it is indifferent, к проблемам народа. To the problems of the people. Поэтому пусть Бог благословит нас всех. May the Lord bless all of us. В различных частях мира, где мы живем и трудимся, in all the different parts of the world where чтобы we live мы были горячи для Господа, so that we would be ignited for the Lord. Чтобы мы прошли свое испытание, so that we would go through our trials. И чтобы Господь с каждым из нас заключил свой завет и открыл двери в Царство Небесное. And may the God make his covenant with all of us and open to us the doors of heaven. Пусть Бог благословит, приглашаем во Львов, поедем вместе. And may the Lord bless you and I invite you all to Lvov, my city. Amen. Amen. Мой Господь, за все, что дал Ты мне, мир и благодать, свет любви зажег греховной мгле, голос ангельского пенья не остановит моих слов, все, чем живу, тебе я посвящаю. Хвала тебе, мой Бог, тебе тебе, лишь только тебе, вся жизнь моя на земле, мой Господь, лишь только для славы Твоей. Тебе закрой.
Нашему Господу. Hallelujah. Praise be to our God. Мы сегодня хотим отдать то, что принесли. Поэтому, Ашер, вы, пожалуйста, придите, пройдите, когда мы будем читать нужды и все записки, и вы сделаете то, что люди ожидают. So today we want to give what we have brought. That's why during reading the prayer requests, Ashers, please go to the front and collect the offerings. Как обыкновенно мы читаем те, которые имеют дни рождения, но сегодня только написали, что Эмилия Горошко, она имеет день рождения. So as usual, we read we announce those people who have birthdays, but today there is only one person who has a birthday. This is Эмилия Горошко. Я думаю, что если кто-то еще имеет дни рождения, вы можете прийти для того, чтобы церковь, которая имеет право благословлять, которая призвана благословлять, благословила вас. So if anybody else has their birthdays, please come to the front at the church who has the power to bless will bless you. И вот такая красивая открыточка с таким желудом. And we have this nice card. Но в ней такие слова, которые обращаются, Лина обращается за свою родственницу, за Маргарет, которую обнаружили рак груди, и она просит, чтобы обращается к церкви, чтобы Господь явил свою милость. So Lynn has written this prayer request. Please ask your congregation, this is from Maria, to pray for my daughter, Margaret Kennedy, because she was found to have breast cancer. Thank you very much. Написали также, прислали пастору на телефон, что Петр и Алина Вакулич, их дочка Лия, которая 2 недели имеет инфекцию и находится в госпитале. Also, our pastor got a text message that the daughter of family of Vakulich, who is 2 months old, she is at the hospital sick. Ask to pray for her. Еще за устройство семьи просит Ольга. So also for the blessing of the family, Ольга is asking. И за мужа, у которого имеет алкогольную зависимость. And also for the husband who has dependence from alcohol. Я также прошу, чтобы Вадим вышел сюда. Addiction to alcohol. And also I'm asking that Вадим would come to the front. Я вместе с ним, мы также будем просить церковь, чтобы вы благословили нас. Мы с ним сегодня ночью, я выдаю секреты, и сегодня ночью мы улетаем, и мы хотим благословения, правда? So we are going to depart tonight and we want you to bless us as well, and it's our secret. Everybody wants the blessing. Слава нашему Господу. Praise be to God. Братья и сестры. Brothers and sisters. Если вы смотрели новости, if you have watched the news, то смотреть на экраны было очень просто. To watch just on screens, it was very easy. Когда на Гавайях объявили тревогу, когда ревели сирены, когда с телефоном неслось, что
через несколько минут вы будете уничтожены, ракетный ядерный удар, ракеты уже летят. So when it was set up an alarm for Hawaii for the attack, я наблюдал, как люди реагируют. I was watching how people reacted. Кто-то прятался в какой-то колодец. Some people were hiding somewhere. Мать опускала своего ребенка. Mother was hiding her child. Чтобы спасти его. To save this child. Кто-то бежал, искал убежище. Somebody was looking for the haven. Я вспомнил место Писания. And I remember the place from the scripture. Что люди будут говорить: горы и холмы, пойдите на нас. That the people would be saying, the hills come down on us. И сокройте нас от лица сидящего на престоле. And hide us from those who is the priest. Мы живем в тревожное время. We live in difficult times. И люди воздыхают ожидания бедствий. And people expect some hardships to come. Но я хочу сказать вам сегодня прекрасную новость. But I want to tell you the great news today. Себе и вам. Today, to you and to myself. Который сказал пророк Исаия. That Isaiah said. Горы сдвинутся. The hills will move. И холмы поколеблются. And the hills will shake. А милость моя не отступит от тебя. But my mercy will not depart from you. Говорит тебе милующий тебя Господь. Saying God who has mercy to you. Аллилуйя, слава нашему Господу. Alleluia, praise be to our God. Кто имеет дни рождения, пожалуйста, выходите. Please, those who has birthdays, please come to the front. Горы сдвинутся. Холмы поколеблются. The hills will shake. Но завет мира не отступит от нас. But the covenant Alleluia, of peace will not depart from us. Praise be to our God. Господь, благодарим Тебя за всякую Твою благодать в нашей жизни. В первую очередь мы благословляем наших братьев, которые направляются в эту поездку. Иисус Христос, мы призываем Твою заботу, мы призываем Твою охрану, Твою защиту, Твое благоволение и устройство. Да будет с ними. Пусть эта поездка будет огромнейшим благословением в их жизни, Господи. И там, где они поедут, сделай их благословением, Иисус Христос, чтобы Царство Твое умножалось, Царство Твое росло, благословение приходило, Господь, народ Твой радовался. Мы просим все во имя Иисуса Христа, Господи, ибо Ты великий, славный и святой Бог, имени Твоему святому, Господь, мы благословляем всех, кто имеет дни рождения, Господь, кто имеет свои праздники, Господь, благослови их, Иисус Христос, Твоим благословением и Твоим помазанием, Иисус Христос. Мы также молимся Тебе за нужды, которые мы слышали, Иисус, Твоя благодать. Да придет на каждую нужду Твоим чудесным ответом, решением на всякий вопрос, решением на всякую нужду. Да придет от Господа сегодня. Мы просим во имя Иисуса Твое исцеление. Рак да отступит, инфекция да отступит, и всякое действие Божье да принесет победу Твоего Царства. Мы просим сие во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Мы также благословляем страну Америку и благословляем весь мир и просим, Господь, пусть мир от Господа пребывает во всем мире. Это так чудесно, Господь, когда Ты хранишь все под Твоим контролем. Прими от нас хвалу, поклонение и славу. Честь Тебе и поклонение. Аминь. У нас сегодня несколько объявлений. We have a few announcements today. Первое из них то, что сегодня в вечернем служении у нас будут гости, это будет хор из церкви Вифания. First we will have guests in the evening service. It will be the choir from Bethany. Поэтому мы поощряем и благословляем, чтобы каждый из вас смог прийти на это служение и быть участником. And to participate in the service. Также хотим сказать, что в следующее воскресенье у нас будет молитва за маленьких детей. We will have a prayer for newborns next Sunday. Хотим напомнить, что на протяжении этой недели и также следующей недели мы будем продолжать иметь вечернее служение поста и молитвы. And in span of this upcoming week and the week after that, we will continue to have our evening prayer services for the fasting and prayer. Также для учителей воскресной школы, хоть их и нет, но также кто хочет быть учителем воскресной школы, с 26 января у нас начинаются курсы.
And those who would like to be teachers of Sunday school, from January 26th, we will start courses. Эти курсы будут продолжаться до апреля 28-го, каждую пятницу с 7 часов вечера. And every Friday at 7 o'clock in the evening, this class will continue through April. Очень много тем будет захватываться, поэтому кто желает, кто имеет такое желание, пожалуйста, обратитесь к Людмиле Кацура. There will be many topics covered, and those who want to participate, please contact Людмила Кацура. Также через две недели, даже через три, у нас начинаются курсы водного крещения. Если кто-то имеет желание, вы можете обратиться, записаться у Славика Паломарчука. And about 3 weeks, we will also start classes for water baptism. Those who want to sign up can do so with Slavik Palomarchuk. Также начиная с февраля месяца у нас начинаются курсы не в нашей церкви, а в церкви Вифания по видеоклассу. And the Church of Bethany, starting from February, will also hold a cinematography class. И мы просим, если у кого-то есть желание служить, это есть возможность для вас, чтобы пройти эти курсы и начать употреблять свои знания на служение. And if anybody would like to learn and to be part of this ministry, we encourage you all to go through those classes so that you can use them as you serve here in the church. Возраст 13 лет и выше, и вы можете записаться у Александра Зановского. The age is 13 and up, and you can sign up with Alex Zanowski. Также еще одно объявление. В конце февраля у нас будет членское служение. And at the end of February, we will have our annual membership service. Поэтому, пожалуйста, заранее планируйте, чтобы вы были. Please plan ahead so you can attend. А сейчас я прошу, чтобы Вера Демчук, если вы есть, подойдите, пожалуйста, сделайте объявление. And I will ask Vera Demchuk to make her announcement. Дорогие сестры и братья тоже. Dear sisters and brothers as well. В нашей миссионерской церкви есть такая миссия, я сказала в обозе, муж меня поправил, сказал, это в тылу называется. We have a certain mission or a certain ministry, которая начинается в нашей кухне. That starts in our kitchen. Это служение существует уже, наверное, лет 20, но мы не начинали его официально. We have had this ministry for about 20 years, although we did not officially announce it. И я как ответственная за организацию этого служения. And as one who is responsible for organizing it. Сегодня пришла в начале нового года. At the beginning of this new year. Пригласить всех желающих. I want to invite all those who would like to participate. Я молюсь, чтобы Дух Святой. I pray that the Holy Spirit возбуждал у вас ревность эту. Would give you the zeal for this. И есть место написано, что Бог избрал не мудрое, чтобы посрамить мудрое. And there is a place chosen that God and there's a place written that where God chose those that were not wise to show those who are wise. Это когда я повторяла это место, мне сказал наш брат Лёня. And as I was repeating this place, and our brother Leo said to me. Когда я повторяла, что я делаю на этой кухне, я не знаю, что делать. Я всё жду, что придут к нам профессионалы. And as I was saying, I'm in this kitchen and I don't know, I'm not sure what I'm doing. We were just waiting for the professionals to step in. И я думаю, что в этом году к нам придут такие люди. And I think that this year we will have such people come. У нас есть сестра Аня Фицай, которой 80 лет. We have our sister Anya Fitzai, she's 80 years old. Но она очень активная. But she's very active. Хотя она не ездит, она участвует больше всех. Even though she does not drive, she participates more than others. И я приглашаю всех, у кого есть желание. And I invite all those that have the desire. Даже если вы можете только мыть посуду. Even if you can just wash the dishes. У нас открывается много других бригад, которые могут делать что-то дома и продавать. We will have a lot of other teams being set up that can even make things at home. У нас есть бригады по субботам. We will have teams that come in on Saturdays. И нам, чтобы лучше организоваться, нам за эту неделю надо всех желающих, ну как, составить графики и бригады. And to be able to be organized a little bit better, we want all those that want to participate to contact us so we can make teams and make a schedule. Поэтому я прошу, обратитесь, пожалуйста. Я на первый поток хожу, и, наверное, сейчас я до конца не буду.
обратитесь, можете подойти к Алене, можете подойти к Люде Анихимик, можете подойти к Люде Паломарчук, кому-нибудь, Таня. And you can turn to many of our different sisters here, even to myself. I usually go to the first service, though. But to any of us that I've mentioned, you can come up to us. Да, вы просто дайте, заявите желание, дайте свой телефон, я обязательно вам перезвоню, и мы познакомимся с вами, что вы можете делать. Just leave your name and phone number and I will definitely follow up with you and we'll meet up and we'll find out what you'd like to do. И я забыла, пропустила вначале сказать, что мы настолько растем. And I wanted to just mention we are growing so much. Насколько вы покупаете нашу продукцию? We're growing so much as you are buying what we are what we are making. И слава Богу, Господь созидает это служение. And glory to God that He edifies, that He's building up this service. И наша продукция раскупается. And that people are buying what we're making in the kitchens. И мы нуждаемся в людях, которые будут делать больше, чем мы делали раньше. We need people who will help us do even more than what we've done. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. Хочу еще раз всем вам напомнить и даже похвалиться благословением, которое мы имеем. На протяжении прошлой недели каждый вечер мы имели, кроме субботы, здесь молитвенное служение. Мы как церковь, одна семья, продолжаем искать Господа в посте и молитвы. We as a church, as one family, we continue to seek God in fasting and prayer. Каждый из вас имеет буклеты, там где есть программа на каждый день. Every single one of you has a booklet that has a specific topic for each day. И Бог благословлял нас. And the Lord has been blessing us. И мы продолжим в течение следующей недели. And we will continue this into next week. И следующей недели. And the week after that. Поэтому пусть благословит вас Господь, если вы еще не присоединились, сделайте это сегодня. And may the Lord bless you if you have not joined us yet. Please do so. А сейчас позвольте мне начать мое слово. Right now, allow me to start my word. Я хочу начать его с вопроса. And I want to start it with a question. Знаем ли мы, где есть наивысшая точка нашего призвания, которое Бог призвал нас в общем как церковь? Do we know where the highest point of our calling is, where God called us as a church? К чему мы должны достигнуть? What should we reach? К чему мы должны спешить? What should we haste to? К чему мы должны прилагать наши старания? What do we need to put effort in? Что же самое главное для нас вместе с вами? What is the most important for us? Я думаю, что на этот вопрос мы можем найти ответ в молитве Иисуса. And I believe that we can find the answer to this question in the prayer of Jesus. Когда я читаю молитву Иисуса, you know, when I read the prayer of Jesus, я по-особенному к ним отношусь трепетно. In a special way, I am trembling before it. Потому что их не так много записано. Because there are not many prayers of Jesus that и are written down. И в молитвах Иисуса есть некая красота. And there is certain beauty in the prayers of Jesus. Четкость веры. Maybe that there is clarity of faith. Откровение, то, что Бог желает для нас the revelation of what God wants for us. И поэтому одну и такую молитву я хотел бы прочитать сегодня вместе с вами. And so I would like to read one of his prayers together today. Это, наверное, самая длинная его молитва, которая записана в Писании. It is probably his longest prayer that is written down. И я для начала прочту только половину, вторую половину. And I will first read just the second half. Давайте мы его прочтем вместе. Let us read it together. Иоанна 7 глава, 14 стих. John 17, verse 14. Я передал им слово Твое. I have given them your word. И мир возненавидел их. And the world has hated them. Потому что они не от мира, как я не от мира. Because they are not of the world as I am not of the world. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. Они не от мира, как и я не от мира. They are not of the world, even as I am not of the world. Освети их истину, и Твое слово, Твое есть истина. Sanctify them in the truth, your word is truth. Как Ты послал меня в мир, as you sent me into the world, так и я посылаю их в мир. I have also sent them into the world. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены. For their sakes I sanctify myself, that they are themselves also may be sanctified in truth. Не о них только молю, но я верующих меня по слову их. I do not ask on behalf of these alone, but also for those who believe in me through their word. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так да будут в нас едино. That they may be all one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be in us. Да уверует мир, что ты
послал меня. So that the world may believe that you sent me. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. And the glory which you have given to me, I have given to them, that they may be one as we are one. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. I and them, and you and me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me, and love them even as you have loved me. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Father, I desire that they also whom you have given to me be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Отче праведный, a righteous Father, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Although the world has not known you, yet I have known you, and these have known that you sent me. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. And I have made your name known to them, and they will make it, and will make it known, so that the love which you have loved me may be in them, and I in them. Вот в этих словах, которые мы прочли, and in these words that we have read, кроется ответ на этот порой сложный вопрос. There is an answer hidden here for to this difficult question. Потому что верующие считают, что у нас много целей. Believers think that we have a lot of different goals. И это правда. And that is correct. Но есть цель, которая поможет нам выполнить много других целей. But there is one goal that will help us fulfill many other ones. И они как будто бы являются, эти цели являются главными, более главными, потому что от них мы становимся более сильнее. Maybe this goal is a little bit more important than others because it will strengthen. Давайте мы сделаем краткий обзор этой молитвы. So let us just make a short observation from this prayer. Мне нравится читать молитву Иисуса. I like reading the prayer of Jesus. Мне нравится слышать «Отче». I like reading and seeing him saying Father. Это не просто слово «Отец». It's not just the word Father. Так много вложено в это слово «Отец». There is so much within that word. Отец Иисус обращается Отче Святой. Jesus says, righteous Father. Отче праведный. Or holy Father. Это настолько трепетно. It is so wonderful. Настолько величественно. It is so magnificent. Что я иногда перечитываю эти слова, сам склоняюсь. That when I read these колени words, свои пред Богом. I myself bow down before God. И мне хочется похожим на Иисуса. And I want to just resemble Jesus. И сказать точно так же тепло. And say it in just the same warm way. Только столько вложить в эти слова смысла, как Христос. To put in so much meaning into these words. Сказать just Отец. As Christ, and say Father. Поэтому в этой молитве. And so in this prayer. Мы видим взаимоотношения Отца и Сына. We see that relationship between the Father and the Следующий, Son. Следующий в этой молитве открывается важность принятия Слова. And we also see the importance of accepting the Word in this prayer. Иисус говорит, я передал им Слово. For Jesus said that I have passed on the Word to them. И они приняли Слово. And they have accepted it. Оно Слово принимает, и они поэтому нет мира. And for that reason, they're not of this world. Другими словами, Иисус говорит, люди, которые приняли Слово благовестия во Христе, они стали новым творением. Words Jesus says that people that accepted the word of Christ, the word that the good news, they are a new creature. Творение, которое получило способность быть ощутимы к небу. They are a new creature that have the ability to be heard by heaven, to be sensed by heaven. Знаете, человек, который принял Иисуса, с ним должна пройти перемена. You know, a person that have accepted Jesus has to go through a change. Он должен стать это на два уха глухим к миру. They need to become deaf to the world. И очень чутким Господу. But very sensitive to God. Должна появиться там некая чувствительность к Божьему, к небесному. There has to be a certain sensitivity there to God's things. Поэтому Христос говорит, они нет мира, они нет мира, они нет мира, они нет мира, ни один раз. Jesus says again and again, they're not of this world. They are not of this world. Следующее, что мы находим в этой молитве, что последователи Христа нуждаются в Божьей защите. And next that we find in this prayer that followers of Christ are in need of protection. Бог защищает последователей Иисуса Христа. And God does protect the followers of Christ. И поэтому Иисус молится, защити их. And so for that reason, Christ is praying,
that you would protect them from the evil one. Я научился от этой молитвы. And I have learned this prayer. Я часто говорю: Отец, защити меня от зла сегодня. Very often I say, Father, protect me from evil today. Христос знал проблему учеников. Он говорил не только защити их от зла, но сохрани их верность. And he knew the problem of this world. He didn't just say, protect them from the evil one, but also to keep their faithfulness. Я к тебе, Отец, иду. He says, I am coming to you, Father. Ты соблюди их. That you would keep them. Соблюди их вот в этом состоянии. That you would keep them in this condition. Но во всех этих мыслях, которые мы находим, здесь есть очень яркая мысль. But in all these thoughts that we can see, there's one that's brighter than others. Я называю эту мысль вершина наивысшего призвания. And that is the thought that I'm calling that highest point of calling. Поэтому тема моей проповеди сегодня вершина наивысшего призвания. And so the topic of my sermon today is that point of the highest calling. И эта вершина является единством. And that height is going to be called unity. И вот какое единство. And this is what unity is. Люди иногда называют единство, когда они не ссорятся. Sometimes people call it unity when they don't argue. Муж с женой считают, что они живут хорошо, когда они просто, ну, не ссорятся. Husband and wife think that they're living well together when they just simply don't argue. Церковь считает, что у них имеет единство, когда они просто не ссорятся. And church thinks that it is united when it is just not arguing within itself. Ссорились долго, ссорились, надоели, лучше же будем не ссориться. And they were arguing for a long time, and then they decided to just stop, and now that they're just another not arguing. О, брат, нас такое единство. We're so united now. Но вот о каком единстве говорит Иисус. But this is the unity that Christ talks about. Я читаю еще раз этот стих. I'll read once again, that я verse. В них. I am in them. Христос говорит, я в них. Christ я says, в вас. Я в учениках. Christ says, I am in them. I am in you. I am in the disciples. Ты, Отче, во мне. And you, Father, are in me. Да будут совершены воедино. That they may be perfected in unity. И да познает мир. So that the world may know. Что ты послал меня. That you sent me. И возлюбил их. And loved them. Как возлюбил меня. Even as you have Христос призывает нас к единству, которое делает христиан сиянием великого Божьего света. Христос призывает нас к единству, которое для мира делает известным Иисуса Христа. Вот что я еще слышу в этой молитве, что мир не может познать Христа. Миру нужно откровение Христа. That the world needs this revelation of Christ. Миру нужно откровение Отца. That the world needs the revelation of the Father. И это откровение приходит. And that revelation comes. Тогда, когда мы отображаем единство, о котором написано when здесь. When we reflect that unity that we read about. Поэтому мы с вами призваны достигнуть самой высокой точки. To reach that highest point. Кратце хочу сказать о единстве. And shortly I want to just talk about unity. Единство — это наша ассоциация с небом. Unity is our association with heaven. Is our connection. Отсутствие единства. And the absence of unity. Это ассоциация с плотью. Is the association or connection with the flesh. Своей душевностью. With the seduction of the world. С миром и с бесами. With the world and with the demons. Поэтому нам, каждому, нужно знать, and so every single one of us needs to know, что мы призваны быть одно, that we are called to be one со Христом. With Christ. Аллилуйя. Hallelujah. И когда мы все вместе друг с другом и с Христом, это и есть то место, где Бог являет свою славу. And we, when we are all united with each other and with Christ, that is the place where God can manifest His glory. Потому что единство с Богом делает нас обладателями всего Божьего. And so when we are united with God, that makes us possess all things that are God's. Единство с плотью делает нас обладателями всего плотского. And when we are united with flesh, then we possess all things that are flesh, carnal. Единство с душевностью делает тебя обладателем всего душевного. And so when you are united with that seduction, then that makes you possess all things. Если ты един с миром, это делает тебя единым с миром. And if you are united with the world, that means you possess all things of the world. Все. And you will inherit everything. Вот почему Христос говорит: выйдите, отделитесь от них. And that is why Christ says, separate from them. Почему? Depart Потому from что them. Там есть разрушение. Because there's the destruction.
Единство с Богом вводит нас также в любовь Божью. And unity with God leads us into the love of God. Hallelujah. Hallelujah. Единство с Богом, единство друг с другом, оно вводит нас в совершенную любовь Божью. Unity with God and unity with each other leads us into the perfect love of God. Вы можете за это сказать аллилуйя? Can you say hallelujah for this? Вам нравится, когда вас Бог любит? Do you like it when God loves you? Вам нравится, когда папа с мамой любит? Do you like it when your mom and dad love you? Я знаю, когда вам не нравится, когда вас папа с мамой не любит. Но когда Бог любит. And so when God loves you. Это так много. There's so much love. It's so much. Это так много. It is so much. И в эту любовь можно войти через единство. And one can enter this love through unity. Но это единство с Богом делает нас ненавистными для мира. But this love, this unity with God makes us being hated by the world. Мы можем сказать аллилуйя. Can we say hallelujah? Но не очень нам нравится. No, but we don't like it very much. Но когда мы находимся в любви Божьей, when we are in the love of God, мы не будем с вами находиться в любви мира. We will not be in the love of the world. И это нормально, когда нас ненавидят. And that is normal when we are being hated. Потому что мы в любви. Because we are in love. Проблема, знаете что? And the problem что многие верующие живут не в любви, не в мире, а не в Боге. That many believers live not in the love of the world nor in the love of God. И Христос призывает нас, чтобы мы были в любви Иисуса. Yet Christ calls us to be in the love of Jesus. Есть некое выражение единства в молитве Христа. And there is also this expression of unity in the prayer of Christ. Я просто прочту несколько сегментов. Это с первого стиха этой главы. And I will read just a couple of segments from the first, starting from verse 1 of the same chapter. Мне кажется, что Иисус начал молитву таким образом, чтобы показать людям, что значит единство. I believe that Jesus started the prayer in this way. Суть и сущность. To show people the essence of unity. Заметьте, как он говорит: Отец, пришел час. Notice that in verse 1 he says, Father, the hour has come. Другими словами, я буду страдать, Отец. In other words, he says, I will be suffering, Father. Прославь Сына Твоего. Glorify your Son. Дай Сын Твой прославит Тебя. That the Son may glorify you. Заметьте, единство это когда вместе. Notice that unity when they're together. Когда некая общность приносит обогащение. When they have something in common and that brings that enriches them. Цель Иисуса прославить Отца на земле. The goal of Jesus is to glorify the Father on earth. И он говорит о том, чтобы слышали об этом ученики, что цель Бога прославить Сына Своего тоже на земле. And he says so that the disciples may hear that the goal of the Father is to also glorify Jesus on earth. Единство, к которому призывает нас Господь. And the unity to which God calls это us. Когда все твое и все мое. As the, when everything is yours, it's the same as everything is mine. Потому что об этом говорил Христос. And that is what Christ spoke следующий about. Во втором стихе он говорит: так как ты дал ему власть, он говорил о себе: ты дал мне власть, и я даю всему жизнь, и это жизнь вечная, чтобы все познали о тебе. And in verse 2 it says, even as you gave him authority over all flesh, that to all you have given to him, he may give eternal life. Он говорит: моя миссия, моя привилегия, которую ты дал мне, чтобы я людям на земле дал жизнь. И эта жизнь является не просто я, Иисус, дающий жизнь, но познание тебя. Here he says that my mission here on earth is for me to give life to them, and the mission is also for them to know you through that. Заметьте снова взаимное участие. Notice that there's once again that collaboration, that they're working together. Общность, сила. That there is something that they share, the power. Четвертый стих то же самое, шестой стих то же самое. Verse 4, same. Verse 6 has the same message. Седьмой стих. Verse 7. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Now they have come to know that everything you have given me is from you. И все твое мое, и все мое твое. And that everything that you've given me is yours, and what I've given you is mine as well. Бог, призывающий нас к единству, не просто хочет лишить тебя какой-то самодеятельности. When God calls us to unity, He does not want to leave you without some kind of action. Он хочет открыть нам чем больше, чем возможно больше благословений, славы, силы и успеха. But He wants to open to us a lot more of the success and a lot more things that we can do. Если ты в это веришь, скажи Господу, воскликни Господу, аллилуйя. And say hallelujah to the Lord. Hallelujah. Believe in this. Hallelujah. Бог желает дать нам больше. God desires to give Бог us more. Бог приносит своей церкви больше. He
He offers a lot more to his church. That you have already been predestined for more in your life. Все, что остается тебе и мне, all that you need to do быть одно с Богом. Is to be united in one with God. Аллилуйя. Hallelujah. Как к этому прийти? And how does one come to this? Люди по-разному приходят. And people come to this in different ways. В принципе, в Царстве Божьем все хотят единства. Yes, everyone wants unity in the kingdom of God. Есть только маленький недостаток в этом желании. Yeah, there's a flaw in that desire. Что мы все хотим, чтобы было наше единство. That we want it to be our unity. Если ты так думаешь, как я, and if you think in the same way that I think, если тебе все нравится, как мне, if you like the same things I like, если ты после каждого моего слова говоришь аллилуйя, аминь, if you say hallelujah and amen after every one of my words, значит, мы с тобой будем едины. That means we can be united. Но если у тебя есть свое мнение, but if you have your own opinion, если у тебя есть свои желания, if you have your own wishes or desires, и твои ценности, душевные ценности выше моих ценностей, or maybe your values are different from my values, то единства не будет. Then there will be no unity. Можете представить, что христиане в великой своей премудрости разделяются из-за даже за какого-то своего внешнего вида. Can you imagine that Christians, even in all their wisdom, they can sometimes separate just from maybe the outer appearance of someone? За песни сборника. Or maybe the songs that are sung. За понимание одного постишка, выражение одного слова Библии, которое понимают по-другому, не могут ходить вместе в одну церковь, в одно собрание, жить вместе. Or maybe the difference in understanding of a certain phrase, or maybe half a verse in the scripture sometimes makes people not want to go to the same church. На первый взгляд, это очень смешно, но трагично. It seems that it is laughable, but it's also tragic. И я знаю почему. And I know why. Потому что дьявол хочет лишить нас силы. Because the devil wants to leave us without power. Дьявол не волнует наши красивые песни. He does not care about our beautiful songs. Он боится силы церкви. He is afraid of the power of the church. Он боится славы, сияния, которое разрушает тьму. He is afraid of that glory, of that light that destroys darkness. Он боится, когда верующий облечен Божью славу, если он идет, то там, где он идет, там разрушается царство тьмы. For he is afraid that believers putting on the glory of God where they go, that the kingdom of darkness is destroyed. Там люди получают надежду. That's where people receive hope. Там люди идут к Иисусу. That's where people come to Jesus. Этого боится дьявол. That is what the devil is afraid of. Почему он воюет против единства? And that is why he's battling against the unity. Почему столько умных верующих на земле? And why we have so much separation. И этот ум наш, этот наш ум, эти наши знания иногда нам мешают быть вместе. And sometimes our own knowledge, own mindset are getting in the way. Итак, три вещи в этом месте Писания, которые Бог говорит, Христос учит нас, что поможет нам быть едиными. And so there are three things here that will help us be more united. Первое – это истина. First is the truth. Братья и сестры, Христос говорит, освяти их истиной. Brothers and sisters, Christ says, sanctify them in truth. Слово твое есть истина. For your word is truth. Только истина может сделать тебя единым. And only truth can make you united. Единым с Богом, единым друг с другом. United with God and with each other. Только истина может сделать, чтобы эта церковь все вместе, все одно. Only truth can help this church become one. Можете представить, если бы завтра на пост пришли бы все до единого? Can you imagine if tomorrow for fasting every single person came? И можете представить, что завтра все, когда мы будем молиться, все будут молиться вот лучшим образом. And can you imagine tomorrow as we pray, everyone prays in their best ability? Я вам скажу, если бы это случилось бы, I'll tell you if this would happen, то было бы потрясение бы на земле. Then there would probably be like an earthquake on earth. Снова стены потряслись бы. That everything would be shaken. Потому что единодушно. Because in one unity, they would call to God. Это случилось в первой церкви. This happened in the first church. И я сегодня здесь, чтобы провозгласить, что это будет случаться в церкви последних дней. And here I am to proclaim that this will also happen in the church of last days. Бог терпит народ Божий. For God is patient with His people. Но когда Бог возьмет свое, я не знаю, что Он возьмет, но многие будут молиться. But when God will help, many of us will pray. И я верю, что если молитва будет назначена на 7 часов, многие будут приходить в 6:30. And I believe that even when prayer is scheduled for 7, many will come at 6:30. И у Бога каждому есть свои ключи.
For God will give every single one his Но это answer. Будет на земле. And this will happen. Потому что Иисус об этом молился. Because that is what Jesus prayed Я верю, about. Что Бог исполнит молитву Иисуса Христа. And I believe that God will fulfill the prayer of это Christ. Это слово сегодня проповедуется только по одной причине. For this word is preached today for что, one reason. Что Бог, Отец, который слышал молитву Иисуса. That God the Father heard the prayer of Jesus. Он сейчас обращается к тебе и мне, чтобы мы послушали молитву и были едиными. He is now turning to you and me for us to see this prayer and become united. Истина Божья, она может сделать нас едиными. And that truth of the Lord, it can make us united. Если ты веришь в это, скажи аминь. And say amen if you believe Первое, in this. Первое в этой истине, следующее, я буду спешить. And then we have the following. Христос говорит, я в них. Christ says that I am in them. А ты, Отче, во мне. And you, Father, are in me. Да придут совершенное единство. May they be perfected in unity. Поэтому первая истина, которая делает нас едиными. So the first truth that makes us united. Это если в тебе Христос. Is if Christ is in you. И во мне Христос. And if Christ is in me. Значит, мы уже должны быть едиными. That means we are already united or should be. Этот фактор должен соединить нас. That is the factor that connects us. Не только для того, чтобы ходить в одну церковь. Not just to go to the same church. Но чтобы вместе делать дело Божье на земле. But together fulfill the works of God here on earth. Но сделать все возможное, чтобы мы вместе выполняли дело служения Его на земле. To do everything possible to together fulfill His works here on earth, His ministry. Это то, к чему призывает нас Господь. That is what God calls us to. Если ты веришь в это, скажи аминь. If you believe in this, say amen. Слава Иисус. Glory to Jesus. Твое аминь вдохновляет тебя быть единым. May this amen, may it inspire you. Второе и вторая истина, которая поможет, что мы не от мира сего. Second truth that will help us is that we are not of this world. Мы не от этого мира. We are not of this world. Если бы мы каждый день себе говорили эти слова. If every day we would say these words to ourselves. Если бы я начинал бы свой день и говорил: "Саша, ты не от мира." If I would start my day and say, "Alex, you are not of this world." Брат мой, ты не от мира. Brother, you are not of this world. Ты от Бога. You are from God. Ты принял Его Слово. You have accepted His Ты word. Рожден свыше. You are Твое born again. Твое сердце должно быть гореть Your для, heart для Бога. Needs to be ignited for God. Если бы ты в себе настраивал струны своей души каждый день. And if you would tune in your soul every day. Чтобы твое сердце било желанием для Бога. So that your heart would beat with that desire for God. Чтобы мы все делали бы вместе. Then we would do all things все, united. Все, что было бы церковь делала, она бы делала бы все вместе. No matter what the church was doing, they would work on it together. Потому истина номер два, которая поможет нам, что мы не от мира сего. And so the second truth that will help us is that we are not of this world. Третья истина. And the third truth. Мы призваны. We are called. Быть. To be. Едиными. United. Аминь. Amen. Мы призваны к этому. We are called. Бог нам не поставил другого условия. God did not give us any other conditions. Не думайте, что Бог радуется, если вы имеете маленькую группку и думаете, что вы молитесь больше всех, и вы самые святые. Не думайте, что Бог по-особенному ценит и скоро из-за вас пройдет пробуждение на всю землю. And even if you have your small group and you think that you're praying more than everyone else, do not think that God is rejoicing in the fact that you're doing that. And that maybe you think that there will be a revelation or a revolution that starts through you. Потому что пробуждение придет, когда мы все едины. Because that revolution, that awakening will come when we are all united as one church. Твое служение и что к чему тебя призвал Господь. Even it is not the, depending on what kind of ministry the Lord called you to. Молишься, или ты больше на кухне служишь, но мы все едины. Whether you are praying or whether you're serving in the kitchen. Мы все движимы одним желанием. We were all united and moved. Иисус Христос на земле должен быть явлен. We are moved by one desire is to show that Jesus Christ on earth. Через нашу сплоченность. That He is revealed through us. Аминь. Amen. Нет другого пути. There is no other way. Нет другого пути. There is no other way. Я как-то попал, скажу такой пример, для разрядки. And I will just give you an example, just so everybody relaxes for a moment. Попал в одну церковь. I was visiting one church. Так нечаянно, вечером, на вечернем собрании. Just accidentally in the evening. Еще с одним братом. With one of my brothers. И пастор местной церкви. And the pastor of the church. Хорошо, братья, будете сегодня проповедовать. Сколько на тебе, на меня, сколько тебе, брат, надо минут? How many minutes do you, brother, need to preach? Я говорю, ну сколько дадите? I said, well, however many you give me. Ну хорошо, я скажу сколько.
He said, "Okay, I will tell you how much." А потом спрашивает: "А как тебя зовут хоть? And then кто ты? Asked, кто ты вообще такой?" And then he asked me, "Well, who are you? What's your name?" Ну я говорю: "Александр Пекун." I said, "My name is Alex." А ты Пекун? He's like, "Oh, you're one of Пекунс." Я понял, что ему так неудобно стало. And I understood that he was uncomfortable. Но все равно он дал слово, и Бог благословил. And still he gave me the word, and the Lord blessed. Иногда мы даже не задумываемся, что мы призваны быть едины. Sometimes we don't even think about the fact that we are called to be united. Если кто-то поет песни со сборника, кто-то с экрана, мы все равно едины. Это не может разделить нас. And even if someone sings a song from the book or someone's from the screen, we are still united. We cannot be separated. We are God's. Для нас есть призвание. We have a calling. Не только будьте святы. Not to just be holy. Не только идите совершайте проповедь Евангелия. Not to just preach the gospel. Но будьте едины. But to be united. As I am in the Father and the Father is in me. That is the commandment, there's no other. There is no other form of worship. There is no other form of obedience. We are called to be united. The truth does not separate anyone. Because if truth did separate people and divide people, это неправильное отношение к истине разделяет. That would mean that it would be an incorrect relationship with the truth or response to the truth. Но Христос говорит, что истина она нас освящает. But Christ says the truth sanctifies us. Отделяет нас для единства. That it separates us for unity. Отделяет нас для общения с Богом. That it separates us to have that fellowship with the Lord. Потому истина она приносит созидание. And so truth, it can build us up. Или если твоя истина, которую ты читаешь в Писании, разделяет тебя, тебе нужно молиться и подумать, в чем ты неправильно понимаешь слово. And if the truth that you read in the scripture, it separates you or divides you, then you need to pray about the response that you're having to и that еще truth. Два последних, я постараюсь уложиться время. And there's two more factors, and I'd like to see if I can второе, finish что, timely. Первое, это истина, что делает нас вместе. Второе, любовь. And so first, it's the truth that connects us, that makes us united. And second part is love. Понимание Божьей любви делает нас вот едиными. The understanding of God's love, it unites us. Читая Слово, and I will read in the Word, которое мы уже читали. We read it before. Славу... Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня. In verse 23, I in them and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me. И возлюбил их. And loved them. Как возлюбил меня. Even as you have loved me. Христос следующее молится, чтобы познание любви Божьей соединило нас. And so then Christ is praying so that the knowledge of God's love would connect us, would unite us. Христос говорит, молится о том, чтобы люди поняли, что Бог возлюбил каждого из нас такой же любовью, как своего Сына. That Christ is praying so that people would understand that God has loved every single one of us with the same love He has loved His Son. Можете представить, чтобы если бы все мы были согласны, что Христос любит Татьяну? Can you imagine if we would all agree that Christ loves Сына Татьяну Иисуса. As just as His Son Jesus? Я думаю, что у нас с Татьяной было бы столько много I believe that we would all just honor her. Нежного внимания. We would give her so much attention. Она любимица Христа. She is the beloved of Christ. Ты тоже хочешь? Do you also want to? И она любимица, и она любимица. And she's beloved, and she's любимица, beloved. И она so любимица. Каждый из нас, он есть особенной любви Христа. Every single one of us is in that special love of Christ. Если Христос любит, if Christ loves, то я призван любить. Then I am called to если love. Если Христос так нежно к ней, and if Christ is so attentive так и to her, я должен быть чутким и внимательным then к ней. I also need to be attentive and sensitive если for her. Христос любит моего брата, and if Christ loves my brother, если так и я должен любить моего брата, then I need to love my brother как as well. Как я не буду любить моего брата, когда Христос любит? How can I not love my brother when Christ loves him? Я говорю одному брату. And I said to one brother before. Дорогой брат. Dear brother. Нас не снисяется Дух Святой.
that we are not ashamed of the Spirit. Каждое собрание приходит. That every single service comes. И так благословляет нас. And He blesses us so much. Ну что же ты так стесняешься нас? Why are you so shy? Что ты так боишься? В личной встрече ты здороваешься со мной за руку, приветствуешь меня, обнимаешь меня. Why are you so afraid when we meet one on one? You shake my hand, you embrace me. А когда ты общаешься там, где меня нет? But when you are where I'm absent. Ты как-то уже не так расположен. Maybe you're not as open. В словах есть пренебрежение, боязнь, опаска. Maybe there's some fear in your words, some shyness. Любовь Божья. But love of God. Соединяет наши сердца. It connects our hearts. Познание любви Божьей. And the knowledge of the love. Оно может соединить всех верующих на земле в одну большую мощную Божью семью. It can connect all the believers on earth in one great mighty family. Hallelujah. 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 Церкви могут, христианство может молиться в один день вместе. So Christianity can pray in one day together. И не просто кое-кто молится. And not just some would pray. А если все дети Божьи склонились бы на колени в один день, я верю, чтобы потрясалась бы земля от славы величия Божьего. But if all the children of God would bow down on their knees together in one day, the earth would be shaken from the glory of the Lord. Христос молится, да познаешь, что я вас любил. And so Christ was praying, saying, may they know that you have loved them as you loved me. And last, славу, которую ты дал мне, говорит Христос. The glory that you have given to me, says Christ. Славу, которую ты дал мне. The glory that you gave to me. Сила, которая действует во мне на земле, в земном служении. The power that is within me as I'm here on earth. Твои чудеса, твое присутствие. Your miracles, your presence. Твое водительство, твое откровение. Your guidance, your revelation. Твой свет. Your light. Твоя жизнь. Your life. Которую со мною. That is with me. Я отдал им. I am giving it to them. Я передал им. I am passing it along to them. Я произвел действие перевода. That I have given it to them. Сейчас ты дал мне, я теперь передал им. Right now you have given it to me and I have passed it along to them. Но это да совершит их в одно. May this connect them into one. Церковь, которая захочет действовать как Бог. And so church that would want to act as God. Христианин, который хочет быть как Иисус на земле. A Christian that wants to be as Jesus. Если мы сегодня в церковь слушаем эту проповедь, возжелаем. And if we as church who are listening to the sermon, if we so desire. Чтобы нам быть как Иисус Христос. For us to be as Jesus Christ. Чтобы все, что мы делали именно в этой Его славе. So that everything that we do, we would do in this glory. И шли шествием славы Иисусом по земле. And that we would go with the glory of Jesus here on earth. Для разрушения тьмы. To destroy the darkness. И уничтожение дел дьявола. And to destroy the works of the devil. И спасение душ людей на земле. And for the salvation of the souls of people on earth. То я хочу вам сказать, слава уже дарована церкви. Then I want to tell you that glory is already given to the church. Слава уже дарована церкви. The glory is already given to the church. Почему детей Божьих сопровождает некая нищета, которая в мире? Why do our people of God sometimes followed by this poorness, poverty? Мы болеем, как мир болеет. We are ill as the world is ill too. Мы в семьях испытываем те же самые сложности, которые мы испытываем. We go through the same hardships. Дети наши очень похожи иногда бывают, борются с теми проблемами, которые борются в мире. Our children face the same problems that the world faces. Собрания наши иногда только рассказывают о Иисусе, но не говорят о нем. Our services sometimes tell about Jesus, but do not speak Him. И я думаю, что это по одной причине. But I think it's only for one reason. Потому что мы сегодня должны с вами сделать решение. That we need to make a decision today. Мы хотим ходить в славе Иисуса. So we want to walk in the glory of Jesus. Не только пастор, не только братья, не только особенно ревнители в этой церкви. Or maybe just certain members of the church. Но все до единого. But every single one. Даже если только ты учишься ходить в Иисусе. Even if you're just learning to walk in Jesus. Ты должен соединить свое желание для единства. You need to show your desire for unity. Для того, чтобы слава Иисуса почила на всех. So that the glory of Jesus would rest on all people. Потому что написано, славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут совершены воедино. For you said that the glory you gave me, I gave to them, so they would be perfected in unity. Дорогая церковь, мы будем молиться. Dear church, we will pray. Давайте поднимемся. Let us rise. Давайте поднимемся. Let us rise.
Эту важную часть единства Иисус отдал Отцу. This important part of unity Christ gave to the Father. Иисус как бы попросил, обратился. Jesus, he asked, he turned to his father. Он в отце своем видел, что он может. And his father, he saw that he can do it. Что он сделает. That he will do it. Что он ответит. That he will answer. И поэтому я верю, что сегодня отец ищет на земле место, где он мог бы исполнить молитву Христа. For that reason, the father is looking for a place on earth where he can fulfill that prayer of Christ. Я молю, чтобы эта поместная церковь была местом, где он воплотит это единство. And I pray that this local church would become the place where he can embody that answer. И он сделает это через свою истину. And he can do it through his truth. Эту истину, которую вы слышали сегодня. Through the truth that we've heard today. Она настолько сильна, что может тебя отделить уже сегодня. It is so powerful that it can even separate you today. Может отделить твои отношения. It can separate your relationships. Придать твоему разуму серьезность, серьезное отношение к служению. To give your mind that serious relationship with the ministry. К общему направлению церкви, которое ведет наш Господь. That common goal of the church that the Lord leads us to. Через познание Его любви. Through the knowledge of His love. И через принятие Его славы. And through the acceptance of His glory. Я верю, Отец Небесный может воплотить это сегодня в нас. I believe the Heavenly Father can embody this in us today. Могу ли я задать тебе вопрос, веришь ли ты в это? But can I ask you a question? Do you believe in this? Если ты веришь, подними руку, я хочу видеть. If you believe it, raise your hand, I want to see it. Давайте мы сегодня скажем пред Богом, Боже. Let us say before God, Lord. Ты можешь это сделать. You can do this today. Сделай это сейчас в нас. Do this right now in us. Сделай нас в наших сердцах. Do this in our hearts. Вот это единение с тобой. That unity with you. Чтобы мы были только одна единица. So we would be just one with you. Христос, Отец, мы, это все только одно. Christ, Father, and us, we would be one. Мы одна общность со Христом. We would be one with Christ. Мы на тело Иисуса Христа, которое движимо Его Царством на земле. We are the body of Jesus Christ that are moving in His kingdom today. Давайте мы об этом молимся сейчас. Let us pray about this Отец, right now. Мы призываем Тебя, Твое имя сегодня. Father, we call upon Your name today. Мы призываем Твое имя сегодня. We call upon Your name. Я верю, звучит Твое слово. And I believe Your word Живое, is resounding. Живое, действующее слово. Living, acting word. Господь, я прошу Тебя сегодня. And I ask You today. Твоим Святым Духом, Отец. With Your Holy Spirit, Father. Твоим действием истины. With the action of Your truth. Откровением Твоей любви. With the revelation of Your love. И славой, которую Ты дал Иисусу Христу. And the glory that You've given to Jesus Christ. That You would make us into one. That You would take away all the separations and all the differences and all our different tastes and opinions. Everything that is in our lives that separates us. Take it away so that our heart would beat as one. With the life of Christ that is in us. With the presence of the Father who's with us. And the truth truth You revealed послание, to us. Нас, the mission on which You sent все, us. Делаем, so that everything we do святого, it would be to glorify Your holy name. Иисусе, so that people would know about Jesus. Иисусе, небесном, and not just of Jesus but of the Heavenly Father Христа, that has loved Christ. Христа, and not just Christ. Но возлюбил всех последователей Христа. Have loved all the followers of Christ. Той же яркой любовью. With the same love. Той же яркой любовью. With the same vivid love. Той же яркой любовью. With the same love. Дух Святой. Holy Spirit. Братья и сестры, Дух Святой мне показывает, что многие люди. Brothers and sisters, the Holy Spirit is showing me that many people. Вашей жизни. От различных обстоятельств. Feel that in your life, from many different circumstances, создалась внутренняя атмосфера сердца. There is that atmosphere in your heart, internal atmosphere. Если когда-то вам было ощутимо Его любовь, and that maybe at some point you have felt His love, то сегодня проповедь о любви Божьей, она вызывает у вас слезы. And today the sermon about the love of God, maybe it calls you to tears. Вы хотели бы, чтобы быть любимыми? Но вы допустили мысль, что Бог не особенно на вас обращает свое внимание. Maybe you want to be loved by God, but you've allowed the thought that maybe God is not paying attention Может, to you. Может, молитва ваша не отвечена.
Maybe your prayer is not answered. Может еще что-то произошло и в вашем сердце вы не знаете, как реагировать на Божью любовь. Maybe something else has happened and in your heart you don't know how to respond to God's love. То я верю, что Бог желает сейчас согреть твое сердце Его любовью. I desire and I think that God desires to warm your heart with His love. Заговори откровением твоим о любви Божьей. Speak with your revelation of love to these hearts, Lord. Принеси это откровение твоей любви. Bring that revelation of love. Оживи каждое сердце. And that you would revive every heart. That in your love, in the care that you've shown to your Son, Jesus Christ, may we all be successful in our ministry. We will be successful. Потому что твоя любовь, because your love, твоя любовь, because your love, оказывает нам особенное попечение, it shows us great care, дает нам силу, it gives us power, и твою славу, and your glory. Мы благодарим тебя, Господь. We thank you, Lord. В этот день, Господи, and this day, я как раб твой, as your servant, под помазанием Святого Духа, with the anointing of the Holy Spirit, верую, что пришло время для этой церкви, I believe that the time for this church has come, в более глубоком единстве, to be in that deep unity, сплоченности, to be together, путях Господних, on the paths of the Lord. Посему благословляю народ. For that reason I bless Отец, the people. Отец, это народ, который ты сделаешь сердце единым. Father, these are the people who you will unite in their hearts. Ты сделаешь нас одно с Иисусом. You will make us one with одно Jesus. Одно с собой. One with you. Одно с друг с другом. One with each other. В жарком служении тебе. And that bright ministry and that bright service. Посвященности, ревности. And the devotion and the zeal. Дерзновение и силы, которые приходят от тебя. And the boldness and power that come молитву, through you. Молитву, которую принес тебе Сын Божий. The prayer that the Son of God has said to you. You will fulfill it here and I bless the people so it be fulfilled. For the great glory of God. To you be all the glory. To you be the honor and the worship. In the name of our Lord Jesus Christ. And all the people say, Amen. Amen. Please be seated. Я приглашаю ашеров. I invite ushers. Братьев, кто на видео, включите видеоролик. And we have the video of that our brother mentioned before. Но мы хотели бы поучаствовать в служении, которое наши братья несут на Украине. Partake in the ministry that he is working in Ukraine. Это действительно огромнейшая возможность светить Иисуса, показать людям Иисуса. And that is again a great opportunity to show Jesus. И возможно, мы не можем туда пойти, но мы можем поддержать тех, кто туда идут, поэтому, пожалуйста, пройдите. We ourselves cannot go there, but we can support those that do. Пожалуйста, братья, пройдите. So please, brothers, come among us. И как только мы завершим этот ролик, мы молитвой благодати завершим служение. And as soon as the video is done, we will conclude the service with a prayer of grace. Первая фотография это был человек, который погиб, мой односельчанин. The first picture was the man that died. И через него начали мы работать тогда в сторону войны. Through him we started the ministry. Мы привезли врачей туда, и потом уже приехали в Красногоровку, город на 3 километра от противостояния. We brought doctors there, and then we started our ministry in that city. Это посвященный служитель Божий Иван Иванович, который уже 4 года там находится. And that is my friend that I mentioned before, Ivan, that is there. Вот это Первомайское уже от Песок, последнее село, где вот уже там многие разрушения. One of the villages there that is, it's destroyed, a lot of it is. И приходится нести Слово Божие и военным, и we bring the word of God even to the military or civilians. Эта церковь пару раз попала, сорвала крышу обстрелами из мин, вот эти and дети. And that church, the roof was damaged by the bullets, by the дети-сироты, с которыми работаем, этой старенькой машине. Я езжу туда, этот парень, который отслужил год, сейчас у нас круглый that сирота. That is the car that I drive to and the people that we work with. Это маленькое свидетельство этого мальчика, and у него нету. And that is a testimony of this little boy. Ни мамы, ни отца. Вместе с дедушкой и сестрой они живут. He has no mom or dad. He lives with his sister, with their grandpa,
grandfather. Последний наш приезд снаряд не разорвался, упал метр от ихнего фундамента. On our last trip, one of the bombs fell about maybe a meter away from their house. Там нельзя съезжать на обочину, потому что очень часто человек съезжает и взрыв. Все заминировано. They would say that there's landmines on the sides of the road, and they're saying that you cannot stop on the side of the road because you may be blown up. Все дома побиты, и многие люди оставили, конечно, свои помещения. Many people abandoned their houses and left. Но еще 10 тысяч людей в этом городе живут. There are 10,000 of people in that city that still live there. Вот эта бабушка, что я рассказывал, что у нее две дочки погибли, а четверо внуков осталось. Это самая старшая внука. That is the grandma I was telling you about that lost her two daughters and has been left with four granddaughters. Людям, которые могут за себя постоять, власть помогает, но она ей говорит, не, у меня нету ни силы, чтобы эти окна поставить, вот так и живут в этом доме. She says that she has no resources to Девочка replace the windows. Девочка посередине. Юля, которая больше всего пострадала и вскакивала по ночам, она сейчас у нас во Львове живет. This girl in the middle, she currently lives with us. She has been suffering from many of the consequences of the war. Она здесь пишет, что мы часто сидим в подвале и идут обстрелы, и не всегда заканчивается благополучно. She writes that often they have to hide in the basement when they're shooting, and not often things turn out well. В ее школе классы разделенные шкафами, и в разных частях одной комнаты учитель учит два различных предмета различной группы детей. And какое может быть там обучение? Separated, and the teachers sometimes have to teach different two subjects at the same time just to accommodate everyone. Подорванный мост, а перед тем это была взорванная больница, четвертый этаж больницы был обстрелян. This is a destroyed bridge, and then there was a hospital. One of the floors on the hospital. В этой школе видите окна, заложены мешками с песком. These are the windows at the school. There's sand there to protect. Два директора двух разных школ, пять школ собираются в одной, дети учатся в три смены. There's two different principals and about five different schools are gathering in one where children can learn in three different schedules. Но поверьте, дети такие же, как наши дети. Yeah, these are the same children as our children. И просто вот мы должны их поддержать, чтобы они увидели, что церковь живая. Может идти на жертвенные поступки. We need to support them so that they would see that there is a living church that can make sacrifices for them. Такие бетонные стоят там надолбы, и все поле усеяно противотанковыми надолбами. Никто не думал, что через многие годы придется снова ставить такие оборонные рубежи. To keep away the tanks, and no one thought that this would ever have to happen again. Это служитель города Мариуполя из разных церквей, с которыми мы имеем общение. From different churches. Вот этот брат посередине из Донецка, во время уже когда пришли ДНР, он проводил молитвенное служение на площади. И был сильно битый, ломаные кости у него. Его потом освободили, дали ему медали эту, он дальше трудится как пастор. One of the brothers, he was beat up pretty badly for preaching in Donetsk, and then he was actually then received a medal. Это прощание. Эти двое детей едут к нам на учебу. Юля, вот она уже во Львове здесь, и там Вадим. And these are some of the children that lived with us, and some of them that are going to studies. Очень способная девочка. This girl, she is a very good student. Я верю, она за крок, вы знаете, до спасения. Первые слова, когда она приехала в Львов, когда я пойду в церковь. The first words she said when she came to Lviv, to our city, saying is, when will I go to church? Этот Вадим, у него отец из Якутии, якут сам, а он мама украинка, очень тяжелое состояние семьи, но у него большое желание учиться. And this young man, he has a very great desire to learn, but he comes from a very bad situation. Но война, конечно, принесла очень много разрушений, и поэтому наше желание, сколько можно вывести туда детей. So our desire is to bring out as many children from that area as possible.
Друзья, давайте мы встанем, помолимся за Украину, за служение наших братьев и молитвам благодати завершим служение. Господь, мы очень благодарны Тебе за то, что сегодня мы можем быть частью того служения, которое Ты совершаешь на земле. Иисус, мы молим Тебя за Украину. Мы просим Тебя миру для этого народа, Господь. Пусть там придет порядок Божьего Царства, Господь. Пусть эти мины будут сняты и снова территории будут открыты для людей. Людей, Господь. And may everything will be opened back to, up to people. Мы просим, Господь, Твоей защиты и Твоей помощи. We ask for your protection and your help. Мы также просим, Господь, за охрану и благословение тех сотрудников наших, которые трудятся там. And for the blessing of those missionaries that labor there. Наших братьев и сестер, которых Ты посылал туда. Our brothers and sisters sent. Храни их, благослови их, веди их Твоим путем. That you would protect them and lead them. И пусть во всех этих кознях земли выиграет только Твое царство, Господь. And may your kingdom overcome all these different obstacles. Мы просим все во имя Иисуса. We ask you for this in the name of Тебе Jesus Christ. Все. To you be all the glory. Amen. Amen. Благодать Господа нашего, the grace of our Lord, Иисуса Христа, Jesus Christ, и любовь Бога Отца, and love of God the Father, и общение Святого and the fellowship Духа of the Holy Spirit со всеми нами. May abide with all of us. Amen. Amen.